Как попасть в денежный поток? 5 приемов, чтобы стать богаче. Денежный поток – это система, которая наряду с другими системами, такими как семья, дети и отношения, встроена в нашу жизнь. Научившись разбираться в системе денег, овладевая денежными законами и правильно взаимодействуя с ними, можно существенно улучшить свое финансовое благополучие. Избавляемся от негативных установок. Наверное, каждый из нас знает примеры из жизни, когда к одним людям удача сама плывет в руки, а другим, как они ни стараются, все больше не везет. Как выяснилось, огромную роль в так называемой везучести играет наше мышление. Так сложилось исторически, что у многих из нас имеются внутренние подсознательные установки в виде верований и опыта, переданных родителями или другими значимыми взрослыми. И по большей части все они о том, что деньги – это зло, что серьезные деньги достаются только огромным трудом через кровь и пот. Человек растет, взращивая в себе это убеждение, из-за чего вся его жизненная система, его потенциал, настраиваются на неудачу. Получается, что неосознанно мы сами себя программируем на постоянную борьбу с трудностями, не давая денежному потоку прийти в нашу жизнь. И наоборот, те люди, которые подобных заблуждений не имеют, гораздо легче зарабатывают деньги. Однако нужно понимать, что хрустящие купюры не появятся в нашем кошельке лишь по щелчку пальцев. Чтобы привлечь денежный поток, необходимо работать над собой, развивать свое мышление, учиться мыслить иначе, заменять негативные установки на позитивные, то есть нарабатывать определенные жизненные убеждения и концепции. Один из хороших примеров на эту тему – так называемая везучесть в лотерее. Оказалось, что среди счастливчиков, выигравших в лотерею крупную сумму денег, почти нет случайных людей. Практически все они упорно трудились для того, чтобы выиграть. Изучали успешные маневры, развивали в себе стратегические способности, тратили деньги на билеты. Такие люди обычно не покупают один билетик на удачу, а берут сразу по 50-100 штук, и делают это постоянно на протяжении от 3 до 10 лет. Поэтому везучесть – это серьезная жизненная концепция и ежедневный труд. Однако бывают и исключения из правил. Например, проходя мимо киоска, человек совершенно интуитивно купил билет и выиграл какую-то сумму денег. Здесь свою роль сыграл правильный настрой человека. Скорее всего, он шел, у него было хорошее настроение и его позитивные импульсы привлекли к нему эту удачу. Поэтому важно понимать, как мы себя настроим, так все и будет. Верим в собственные силы. В первую очередь нужно настроить себя на то, что денег в мире много, и их хватит на всех. Между тем, страх остаться без средств к существованию считается одним из самых сильных. Более того, это один из самых частых поводов для обращения к психотерапевту. Самое неприятное, что эта фобия не только создает постоянный дискомфорт, но и негативно влияет на наши доходы. Поэтому, каких бы усилий это ни стоило, постарайтесь заменить страх остаться без денег на новую привычку. Видеть во всем финансовые возможности. Постарайтесь приучить себя к мысли, что способов для заработка очень много. Научитесь видеть свои возможности для заработка и верьте в то, что вам обязательно повезет. Такие представления о мире денег создают более легкий и лучший денежный поток. Наращиваем правильные привычки. Еще одной помехой для денежного потока являются негативный заряд, стрессы, болезни, низкий уровень коммуникации с другими людьми. Привычка жаловаться на жизнь – тоже одна из таких помех, вырастающих в финансовые недостатки. Чтобы от нее избавиться, замените эту привычку на более конструктивную. Например, когда вам захочется пожаловаться на судьбу, начинайте приседать, и с каждым приседанием настраивайте себя и свой мозг на то, что вы финансово удачливы. Радуемся успехам других и сами становимся успешными. Признайтесь себе честно, как часто вы испытываете зависть от того, что кто-то из близких, друзей или знакомых купил себе дорогую машину, построил дом или поехал путешествовать по миру. То самое знакомое чувство, когда ваши мечты воплотил кто-то другой. Зависть мы ощущаем как болевой укол,
Весь наш организм воспринимает этот укол как боль от денег, а наше подсознание ставит внутренний запрет эти самые деньги иметь. Постарайтесь проработать этот момент и научитесь радоваться успеху других. Весь секрет в том, что благодаря зеркальным нейронам наш мозг воспринимает чужой успех как свой. Поэтому почаще общайтесь с успешными людьми, наслаждайтесь их богатством, перенимайте их хорошие привычки. Таким образом, вы получите неисчерпаемые ресурсы, которые откроют вам новые финансовые возможности.